А эту красоту я решила просто помыть от пыли. Это наши кубки, наши медали и немного розеточек. Большая часть розеточек висит на стенде, прибитая к стенке. Будем чистить их так. А это, ну, надо помыть было, потому что покрыто все пылью очень сильно. Вот надо теперь думать, куда это все расставлять. Вот такие наши награды, наших собачек, чихуашек. Такое вот достояние. Хочу сказать, что это мы все получали на выставках собак. Хочу сказать, что такие вещи дают не каждой собаке. Есть выставки, даже если собака получает титул, ей могут дать просто дипломы, даже без ничего. А есть выставки, на которых поощряют, дают подарки, кубки и розетки. Вот. А это последний, вот, где мы выиграли полностью всю выставку. Да, выставка была небольшая, но все равно очень приятно. Для собак ростом в холке не выше 35 сантиметров. То есть не всех пород, но мелких пород. Вот такой вот. Потом у нас еще есть такой вот мне очень... Ну, Боб тут, Бес, Бестенгруп. А еще мне очень нравится кубок. Сейчас найду. Так, так, так. Который хотела показать. Собачка должна быть. Вот она. Вот это мой любимый кубок, который называется «Лучший питомник». Правда, приятно. Подарки, подарки. Разные, разные, разные. Тут есть подписанные, есть не подписанные. Второе место подписано. Тут что-то еще. А вот, вот еще, смотрите. Вот еще вот такой есть «Лучший питомник». Правда, приятно. Это супер. Вот такие у нас похвастушки сегодня получились. Случайным образом. Питомник, чихуахуа, костропуа.